Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусные лодочки из лаваша с курицей и овощами, запеченные под сыром. Внутри лодочки получаются вот такие сочные благодаря овощам. Курочка мягкая и нежная, и все это под расплавленным сыром. Вкуснятина! Снаружи лодочки остаются хрустящие. Рецепт простой и быстрый. Готовим! Понадобится тонкий лаваш 200 граммов, филе курицы, любые овощи, у меня болгарский перец, кабачок и баклажан, кусочек сыра, 4 ложки сметаны и специи по вкусу. Куриное филе нарезаю средним кубиком. Здесь можно взять одно филе или два, смотрите на свой вкус. В этом рецепте вместо грудки можно использовать куриные голени или бедра, поскольку это порционная подача, в одной лодочке будет одна голень или бедро. Тогда просто вымойте их и обсушите. Также вместо куриного филе можно взять рыбье филе, например, филе трески или судака. Также его нарежьте кубиком. Так, выкладываю все в большую миску. Сюда же нарезаю овощи, сладкий перец средним кубиком. Овощи нарезаю именно такого размера, чтобы и мясо, и овощи одновременно приготовились. Вот таким способом нарезаю баклажаны кубиком. Овощи выбирайте те, которые быстро готовятся. Например, морковь лучше не использовать, поскольку она не успеет приготовиться. И кабачок нарезаю тоже кубиком. Теперь сюда выдавливаю через пресс 2 зубчика чеснока. У меня такие крупные зубчики. Добавляю 1,5 чайные ложки соли. Чуть меньше чайной ложки сушеного базилика. Пряные травы и специи добавляйте на свое усмотрение. Перец по вкусу. Я очень люблю карри, добавляю сюда тоже чуть меньше чайной ложки. И копченую паприку. Добавляю 3 столовые ложки растительного масла. И все тщательно перемешиваю. Вот так. Оставляю курицу с овощами пропитаться всеми ароматами, а пока сделаю лодочки из лаваша. У меня вот такой большой лист лаваша, складываю его на 3 части и разрезаю на сгибах. Вначале с одной стороны, а потом с другой. Эти 3 листа складываю пополам и разрезаю еще раз. И уже с получившихся прямоугольников буду делать лодочки. Беру 2 листа лаваша и формирую вот таким способом бортики. Вначале с одной стороны, потом с другой стороны. Чтобы с одной стороны бортики не развернулись, пока делаете, с другой стороны, можно придавить их ножницами. Вот так. И затем зубочистками скрепляю края. Вот такая красивая, аккуратная лодочка получается. Таким же способом делаю остальные 2 лодочки. Сразу же выкладываю лодочки на противень, застеленный пергаментом, и начиняю курицей с овощами. Смазываю края лаваша молоком, чтобы они равномерно зарумянились. Вот так. И запекаю лодочки в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов. А пока тру сыр на терке и смешиваю его со сметаной. Сыра у меня здесь примерно 70 граммов.
Когда овощи и курица будут готовы, достаю лодочки из духовки, смазываю начинку сырно-сметанным соусом. Вот так. И вновь отправляю в духовку лодочки еще на 5-10 минут. Ну и все, лодочки из лаваша с курицей, овощами и сыром готовы. Сразу же подаю к столу, пока горячие. Начинка получается очень вкусная, сочная, ароматная. Мясо с овощами пропитывается специями, травами и чесноком. Это просто объедение. Да еще и с сыром очень вкусно получается. А послушайте, как хрустят бортики. Эти лодочки можно сделать абсолютно с любыми начинками. Разные овощи, грибы будут дополнять блюдо разными вкусами. И каждый раз блюдо будет звучать по-новому. Эти лодочки можно сделать в грузинском стиле, а-ля хачапури по-аджарски, выложив в середину творог, перемешанный с сыром, а в центр желток. В общем, экспериментировать можно бесконечно. Готовьте с удовольствием и делитесь впечатлениями. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.